Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Зарбабай, и сегодня с вами посмотрим на игру под названием Scars Above. Это научно-фантастический экшн-шутер с перспективой третьего лица. Захватывающий сюжет, решение сложных головоломок и исследование таинственной планеты подарит нам с вами радость первого открывателя. Гигантский таинственный инопланетный артефакт вышел на околоземную орбиту, вызвав всепланетный фурор. Земляне окрестили артефакт метаэдром и отправили для его изучения отряд по изучению форм жизни и коммуникации — SCAR, состоящий из ученых и инженеров. Однако все вышло не так, как задумано. Метаэдр неожиданно перенес команду на загадочную планету за пределами Солнечной системы. Мы с вами будем играть за доктора Кейт Уорд из SCAR. Она приходит в себя в одиночестве среди незнакомой враждебной флоры и фауны и отправляется в поход, чтобы найти коллег и выяснить, что привело землян в этот мир. А точно даты игры выхода пока нет. Это демо-версия, она абсолютно бесплатна в Steam. Ссылочка на игру будет в описании под видео. Сейчас проходит в Steam неделя игр. Предоставлена куча демок. Есть несколько, которые я выбрал и которым с вами поиграем. Данную игру я тоже жду. По трейлеру мне понравилось. Посмотрим, как она на самом деле себя представляет. И сделаем вывод. Либо мы с вами до конца пройдем демку, либо, если она вдруг не понравится, то мы ее забросим и сделаем свой вариант, что ждать ее не будем. Опять-таки, пишите свое мнение в комментариях. Мне очень важно знать его. А мы начинаем. Всем приятного просмотра. Поехали. Новая игра. Так, уровень сложности давайте на обычном. Режим не из легких. Придется использовать все виды приборов, чтобы выжить. Жесткий режим, вам понадобятся все ресурсы до единого, а каждый бой придется просчитывать загодя. Ну, давайте пока на обычном. У нас такой просто первый взгляд. Командир Робинсон, Тэм, Майк. Эй, народ, где вы? Куда я попала? Так, вот, скорее всего, там артефакт у нас впереди, да? Ну, давайте осматриваться. Во-первых, лужа какая-то непонятная. Сплошная гористая местность. Что происходит? Следуй. Смотри, кто это? Где я? Ладно, нам говорят, куда нам следовать. Хорошо, пойдем. Пока бежим. Ну, бег на shift, физическое усиление. Физическое напряжение снижает выносливость. Логично, только я не вижу своих показателей пока. Следуй. Стой. Так, нажмите пробел, чтобы лезть по стене и продвигаться вперед. Дневник обновлен. Так, у нас есть дневник. Странная планета. Последнее, что я помню, Гермес начал сканирование метаэдра. Потом программировал взрыв, и я пришла в себя в одиночестве. Встретила странное видение. Оно как будто ведет меня. Думаю, нужно последовать за ним и посмотреть, что оно хочет показать. Так, это наш дневник. Кейт. Это записи доктора Кейт Уорд. Я всегда любил изучать любые формы жизни, а также оживлять механические объекты. Конечно же, меня взяли в SCAR. Не часто встретишь специалиста, получившего степень доктора философии в столь несхожих областях – биология и инженерия. Робинсон. Командир Робинсон – опытный военный летчик, налетавший бесчетное число часов. Он сильный и несгибаемый лидер, вдохновляющий и мотивирующий подчиненных. Ричардом невозможно не восхищаться. Майк – блестящий физик, рождающий идеи и новую форму на лету. На сегодня Майк – самый молодой выпускник Массачусетского технологического института. Его жизнерадостность не уступает его таланту. Майка первым взяли на Гермес, и понятно почему. Тамара – врач, лучшая специалистка по редким заболеваниям и состояниям, что делает ее незаменимой участницей экспедиции. Кроме того, у нее есть ученая степень в инженерии. А еще мы лучшие подруги. Как встретились в колледже, так и не расставались. Вместе поступили в космическую академию, но это другая история. ИСКАР – отряд по изучению форм жизни и коммуникации между ними. Соответствующая организация была создана в свете нарастающей космической угрозы. В ее состав входили только закаленные боями ветераны и лучшие ученые. Дебаты на тему метаэдра не утихали несколько месяцев, и, наконец, совет директоров отобрал команду, которая должна изучить странный инопланетный объект. Так, ну здесь у нас обучение, трудный переход, физическое усиление и бег. Пока все, что есть.
Пойдем дальше. Ну, пока выглядит неплохо для проекта такого. Конечно же, посмотрим сейчас боевку еще, когда дойдем до этого дела. Ну и самое главное, чтобы цеплял сюжет. Как это возможно? Что это за планета? Метаэдр забросил нас сюда? Удержите, чтобы рассмотреть. Ну, это метаэдр как раз и есть. Хорошо. Вот я вам впереди уже вижу какую-то непонятную статую, колонну. Что здесь? Тупичок? Несколько вариантов, да, у нас есть. Давай пока сюда пробежимся. Ага. Shift держать не надо. Один раз нажал, и она бежит. Но я опять-таки, я не вижу порога своей выносливости. Ну, понятно. Нам явно туда. О! То есть, когда мы бежим, пробел такой кувырок. Следуй. Да я следую. А если я просто иду? Да, все равно это кувырок. Хорошо. Типа уклонение, но оно только уклоняется вперед. Ну, нам явно сюда. Какое-то инопланетное сооружение. Ну и кто ты? Взаимодействие. А что-то он рассыпался. Спрятаться от таинственной бури. Что происходит? Они уничтожили нас. Кто они? Успокойся, успокойся, успокойся. А куда спрятаться-то? Почему маркер-то исчез? Они уничтожили нас. Разрушили наш дом. Голова. Он убил нас. Где я? Что это было? За существо? Глава первая. Страх обостряет чувства. Обнаружен сигнал бедствия Скар. Сигнал бедствия Скар. Это кто-то из команды. Нужно добраться до него. Так, ну давайте сначала опять-таки посмотрим дневник наш, да? Журнал. Инвентарь пусто, волокно какое-то, батарейка. Может быть, как раз выносливость, не знаю, боеприпасы. Журнал. Приняла сигнал Скар. Кто-то из наших поблизости. Нужно скорее найти ребят. И чудище в центре бури. Видение привело меня к консоли в центре пустого поля и предупредило о встрече с опасным существом. Когда я коснулась консоли, началась ужасная буря, от воя которой закладывала уши. В центре бушующего урагана я увидела исполинскую жуткую фигуру. Она приблизилась, и я потеряла сознание. Очнулась в болотистой местности. Так, это взаимодействие, окей. Восполняет здоровье и часть боеприпасов, но также возрождает противников. Убранные препятствия не восстанавливаются. А, ну давай активируем.
Это уже получается как Dark Souls какой-то. Если противники восстанавливаются. Но у меня вообще ничего нет. Обломки. Это же от Гермеса. Видимо, откололись, когда корабль вошел в атмосферу. Но есть что подобрать-то? А, вон, ну как, неплохо. Полевой рюкзак Скар. Пустой, но полезный. Рюкзак Кейт. Окей. И... Электрорезак. Этот инструмент создан для быстрой резки прочнейших материалов. Электрорезак изобрели несколько лет назад, и теперь он неотъемлемая часть астронавтской экипировки. Окей. Этот электрорезак способен справиться с самым прочным материалом. Надо захватить его с собой. Так, инвентарь и исследование. Чтобы открыть инвентарь, нажмите «И». Выберите предмет из инвентаря, нажмите «Е» и выберите «Исследовать», чтобы получить сведения о нем. Хорошо. И... Инвентарь. Е. Исследовать. Ну, окей. Это мы уже изучили. Угу. Так, ну вот я теперь хотя бы вижу свои параметры. Выносливость есть, ближний бой. Опа. А можно как-то мне выделять его? Нет, нельзя. Так, сканирование противников. Запись. Членистоногого беспозвоночного, напоминающего паука. Некрупная, передвигается быстро группами. А как ты поняла, что группами, если он был только один? Вопрос. Так, это у нас что сейчас? Журнал, инвентарь, сканирование противников, ближний бой, инвентарь. Болотная лоза. Стебли растения очень прочны, их трудно разрезать. Кроме того, они очень быстро растут и восстанавливают отсеченные фрагменты. О, как. Так, арахнит-прыгун. Она назвала его так. Эти малыши обычно берут верх над крупными противниками за счет многочисленности и ядовитых укусов. Но подожди, мы видели только одного. Ага. А зачем? Ну ладно, хорошо. Ну, возможно, они появятся все здесь. Ну, явно паучье логово, правильно? Ага, а вот тебе и группа. Хорош. Они мертвы. Так, а подожди, я материалы не собираю с них? Так, где мой инвентарь? А, волокон никаких нет. Я просто их просканировал и все, да? Ну, давай сюда загуляю. Потому что явно что-то здесь интересное есть. Запись. У растения отсутствуют хлоропласты. Это значит, что оно не фотосинтезирует питательные вещества. Странно. Гальванический экстракт. Гальванический экстракт. Химическое соединение, производящее электрические разряды. Можно использовать как электрический боеприпас. Окей. Ну-ка, давай посмотрим. Неповторимые бутоны этого цветка испускают успокаивающий аромат, который также притупляет сенсорные и моторные функции. Ну и, в принципе, и запись. Вот, хотя бы у нас что-то есть в инвентаре. Это для патронов каких-то. Окей, давай смотреть, что тут еще есть. Ну, почему-то это мы ничего не собираем, да? Повысь силу тока. Немножко. А то катушка сгорит. Вот. Отлично. Кейт. Мы опять молодцы. Я помню. Мы с Майком после запуска доделывали опыт с электричеством. Куча всяких ящиков валяется, но почему-то она обыскивать их не хочет. Хотя что-то и обыскивает.
Интересный такой интерактив от первого лица в этом мире. О, винтовка. Вера, она уцелела. Стреляют с густком электричества. Хорошо. Но у меня их мало. Так, подожди, а как вот это менять оружие? На колесико? Ага. Так, стопэшечки. А как мне поставить себя на быстрый слот? Блин, ну я не хочу тратить патроны. Один. Система пока непонятна с выбором ножа. А, то есть если без прицела, то просто нож. Все, я понял. Немножко в этом вопросе разобрались. Ух ты, ёптыть! Офигеть, меня траванули. Яд носит небольшой урон в течение времени. Когда его концентрация достигнет 100%, урон возрастет. Угу, ну прям как в Dark Souls. Запись. Слюнные железы в головной части способны выделять яд. Мышечная ткань очень уязвима к взаимодействию огнем. Окей. По 10 патронов, хорошо. У меня нет аптечки. И это плохо. Что там у нас в журнале получается? Полуарахнит, полурептилия. Острые когти, ядовитая слюна. Встреча с ним может дорого вам обойтись. Я это уже понял, спасибо. Это про токсичность, это у нас аудиозапись. Дневник Майка, инопланетное растение. Окей. Подожди, я что, должен я, получается, их прослушать, что ли? Просто здесь смотри, каким серым цветом, да, допустим. Да, понятно. Все ясно. Ладно, разобрались немножечко. Мне бы сейчас аптечку, вот это было прямо очень хорошо. Короче, против мелких пауков будем драться, а против таких тварей лучше, конечно, их расстреливать. Какие-то ворота. Но запорного механизма не видно. Запись. Ворота управляются внутренней системой. Три точки на кромке чувствительны к направленному электрическому заряду. Понятно. Так, это про врата у нас. Точка доступа с индивидуальным питанием. Материал врат не имеет аналогов среди местных металлов и минералов. Ух ты. Да уж. Ух ты. Угу. Ну, про уклонение, в принципе, знаю я. Вопрос, что здесь появится. Кейт, держись, ты сможешь. Нажмите левый клавиш, чтобы продолжить. Ну вот и наша первая смерть. Так, в принципе, все осталось, да, у нас? Все осталось. Ну, вперед. Противники, получается, оживают. А, это мелочь. Ну, туда я больше не пойду. Просто была бы аптечка, я бы подлечился, но мне ее не... А, подожди, так у меня была аптечка, что ли? На Q надо было нажать. Серьезно? Просто про аптечку нас не обучали, поэтому я, конечно же, и прошляпил. Ну, ладно, будем иметь в виду. Просто в инвентаре как бы нету аптечки. Ну, давай, вылази. Thank you.
плюс один. Да, это, конечно, все хорошо. Просто вот здесь вообще уклоняться не твоя. А, она даже не уклоняется здесь. Кажется, попала в пищеварительную систему. Да, похоже. Сканирование. Ну, давай просканируем. Запись. Нашла странный куб инопланетного происхождения. Он испускает нейроволны, а значит способен передавать информацию прямо в мозг. Собирайте кубы познания, чтобы получать пункты навыков. О как. Пункты навыков. Так, это у нас про запись. Странный инопланетный куб. От него исходят нейроволны. Это значит, что он может транслировать данные непосредственно в мозг. Так, уклонение, все понятно. Навыки. Вложите пункты навыков в ксенобиологию и инженерию. Во время путешествия Кейт будет развивать личные навыки. Окей. Так, цена 3 пункта навыков. У меня пока 0. Угу. Ксеноэссенция укрепляет тело Кейт, увеличивая запас здоровья на 20%. Но у меня вообще никак ничего нету. Тут надо по одному навыку. Тут по 2, тут по 3, тут 4. Тут тоже 3. Тут по 2. Тут, вот эти получаются по одному, эти по 2, по 3, это по 4. Ясненько. Но у нас пока ничего нет. Так, здесь, да, в этой жидкости мы не можем уклоняться. Вот это плохо. Ё-моё. Фух. А как интересно, да? Я хорошо начал в нее стрелять. То есть, убиваем матку, и все сдыхают. Блин, тактичность пошла. Подожди, подожди. Запись. Крупные членистоногие. Химикаты в брюшке могут взорваться при достаточном нагревании. Во время атаки внутри арахнида начинается химическая реакция, приводящая к взрыву. При этом арахнид погибает, но и цель получает урон. Хорошо. Так, давай попробуем подлечиться. Ага, у меня всего лишь одна была лечилочка. Понял. Как я ненавижу пауков. Опа. Еще патрончики. Но пока это очень опасная флора. Нас тут реально убивают. И очень какие-то мощные противники. Опа. Вообще летающие какие-то. Что-то немножко подвисла игра. Для начала. Ага, это не берем. Максимальная емкость. Плюс 5 знаний. Ну, сейчас мы точно потратим патроны. Еще один пилон. Да куда ж ты? Серьезно, один патрон всего лишь дали. Не густо. Инопланетный пилон. Подходите к пилонам, чтобы в случае гибели возродиться рядом с ним. А, окей. Активация пилонов восполняет здоровье, выносливость и боеприпасы, а также возрождает противников, не влияет на запасы ресурсов. Хорошо. Так, это у нас, получается, скорее всего, обучение было, да? Угу. Столб, парящий в воздухе. Кажется, он реагирует на мое приближение. Для чего он на этой планете? На ощупь пилон теплый. От него исходит мощное излучение энергии. Так, ну как вам такой, ребята, Dark Souls? Кабели. Это же с Гермеса. Так, ну давайте я нажму Е. Активировать пилон. Так, здесь никого нет. Ой, ё-моё. Блин, я хотел их этот изучить. Опа. Так, есть доступный навык. Давайте посмотрим. Значит, ксеноэссенция укрепляет тело Кейт, увеличивает запас здоровья на 20%. Это, скорее всего, лечилочка, да, у нас?
клетки впитывают больше белка. Это повышает эффективность лечебных разрядов с 50 до 80%. Повышенная эффективность экстракции. Шанс получить дополнительные ресурсы из растений и животных возрастает на 25%. Ну, так себе. Расходуемые предметы стоят на 20% меньше. Кейт совершенствует свой рюкзак. Выносливость увеличивается на 20%. О, выносливость — это прям хорошо. При разрядке оружия 25% боезапаса восполняют через 5 секунд. Улучшенная система инженеров позволяет перезарядить оружие на 50% быстрее, если включите его вовремя. Повторно нажмите R через промежуток, указанный на индикаторе перезарядки. Ясно. Увеличит емкость батареи для использования приборов. Ну, я пока, наверное, вот это вот улучшу. Окей. А там дальше посмотрим. Горючий экстракт. Крайне горючее химическое соединение можно использовать как термоснаряд. Так, подожди, это получается новые боеприпасы. А как их менять, сейчас посмотрим. В тканях растений обнаружены сложные полипептидные цепочки. Возможно, улучшают когнитивные способности и концентрацию. Но у меня только... Какая-то паутина органического происхождения. Нужно резать. Подожди, резать. А мы их как-то будем обыскивать, нет? Но кабель ведут сюда, так что мы идем сюда. О, фонарь включается автоматически. Хорошо. Блин, такой звук. Неприятный. Волокна. Волокно. Углеволокно используется в трехмерной печати и при создании структурных компонентов. Противное место. Мы прям идем в логово какого-то паука. Интересно, здесь есть боссы? Наверное, есть. Ага, отсканирование. Запись. Биологический сосуд, в котором почти сформировалось животное. Скорлупа явно легко воспламеняемая. Лучше оставить все как есть. Спайку ткани. Подожди. Внешний слой кокона защищает развивающийся зародыш. Судя по содержанию белков в пуповине, существо развивается куда быстрее, чем земные животные. Окей. Кабель уходит туда. Угу. Так, вот это полезно. Возьмем. Это оборудование, оно с Гермеса. Но были мы там всего час назад. Так, 2% вообще ни о чем. Командир Робинсон обожает эту книгу. Дон Кихот. Любимая книга Робинсона. Может, он отождествлял себя с благородным Идальго, а может, просто восхищался им. Он шутит, что перечитывая ее каждый раз, когда хочет броситься в бой с ветряными мельницами. Видимо, в последнее время он не отрывался от книги. И что, мы ее не возьмем? Ну, смысл мне ее вращать. Ладно. Все покрыто каким-то органическим налетом. Так. Записки Робинсона. Много записок о пилонах снаружи. Так, журнал. Укрытие Робинсона. Из оборудования с Гермеса Робинсон соорудил некое подобие убежища. Сколько он здесь пробыл? Все вокруг покрыто странной растительностью. У меня плохое предчувствие. В записях Робинсона как будто подменили. Он явно испуган и зол. Что же случилось?
Не знаю. Но ничего хорошего точно нет, да? Командир Ричард Робинсон, личный журнал. С тех пор, как я покинул Гермес, мне становится хуже. Поросль надо убрать. Собрал несколько электронных компонентов. Могу распечатать на принтере огнемет. Сжечь поросль. Очистить тело. С тех пор, как он покинул Гермес, мы же только что там были. Он и звучит как-то злобно. Планшет Робинсона. Робинсон хранил в планшете данные для анализа личных журналов. Это поможет выяснить, что случилось. Большинство данных не считывается. Остался журнал и пара аудиозаписей, которые еще можно прослушать. Материал для оружия. Термомодуль. Так, но здесь ничего мы не читаем, да? Скорпиодий кокон. Окей. Ну, значит, мы с вами создаем огнемет. Может... Ага. Я могу напечатать излучатель, подключить к нему термомодуль и закрепить все это на раме сварочного аппарата. Термопушка. Создать. Окей. Различные виды оружия могут вызвать различные эффекты у врагов. Ожоги, отравление, заторможенность и прочее. Или помогает вам разрушить препятствия особого типа. Обратите внимание на пиктограмму эффекта и шкалу на цели. Пиктограмма наменяется, когда шкала заполнена и запущено действие эффекта. Это поможет прожечь паутину. И портативный принтер надо забрать с собой. Окей. Ты взяла его, принтер-то? Так, ну быстрая смена оружия, понятно. Ну, если нам сейчас дали огнемет, то, скорее всего, противник появится тот, который подвержен огню. Поэтому давайте сразу его лучше возьму с собой. Ну, в принципе, можно и мышкой менять. Я прям чувствую, что, скорее всего, прям так и появится этот противник. Угу. По десятке. Наверное, да, надо будет сейчас в следующий опыт прокачать вместимость боеприпаса оружия. Ну, я почему-то так и думал. Так, ну это тот же самый противник был. Блин, здесь проблема в том, что надо держать. То есть здесь ты нажимаешь, а там держишь. Вот тут я согласен. Яйца надо уничтожать заранее. А, и мы не сканируем, да? Ясненько. Ну, пошли. Опять появилось волокно? Ну, давай. Я бы, наверное, даже сейчас уничтожу и сохранюсь. Максимально, в смысле... А я же не брал боеприпасов себе. Ну ладно, давай сделаем вот так вот. Блин, это он так делает. Запись. Прочная органическая ткань. Но пузыри на ней, кажется, заполнены огнеопасным диэтилэфиром. Опасным? Туда лучше отойти, да?
Спайка тканей. Вертикальные волокна похожи на паутину, но состоящие из прочной ткани. Очень плотные. Окей. Так, пылающие коконы. Во, правильно, пока они не вылупились. По поводу оружия, записи. Инвентарь. Навыки. А, подожди, а что по навыкам здесь? А, это портативный принтер я с собой взял. То есть у меня с собой физподготовка SCAR. Кейт Уорд, профессиональный астронавт, расходы, выносливость. Она может выполнять такие маневры, как уклонение, прыжки в высоту и рывки на короткие дистанции. Научный склад ума. Кейт любопытна и наблюдательна. Это помогает ей анализировать собранные данные и восстанавливать картину событий. Сканировать. Сканирование объектов, растений и животных снабжает Кейт подробной информацией о них. Понимание. Способность расшифровывать письмена инопланетян и собирать сведения о планете. Ну и портативный принтер позволяет Кейт распечатывать расходуемые предметы и технику на ходу, повышая ее шансы на выживание. О как. Так, можно, кстати, сбросить навыки все. Прикольно. А, давай посмотрим. Волокон 8, максимум 80. То есть, получается, скорее всего, будет 4 вида разных боеприпасов. Горючку я взял, и, наверное, я сохраню сейчас. Это же как, наверное, сохранение, я не знаю прям. Просто как надо здоровье восстановить. Туда-то мы явно уже не пойдем. Опять ты. Так, ну смотри, наверху я вижу куб справа. Вопрос, как его взять. Добавленная запись «Россыпь костей». Это волокна. Так, «Россыпь костей». Останки животного. Плоти практически не осталось, а костная ткань богата углеродом. Хорошо. Но если я пойду сюда, то, скорее всего, я заберу как раз куб. А тут еще куб есть. Я не вижу энергетических точек. Наверное, не с той стороны ворот. А, это короткий путь у нас. Ясно, понятно. Срезик такой будет. Что это? Голова арахнида скорпиода. Голову жестко оторвали от туловища, видимо, в яростной схватке за территорию с другим чудовищем. То, что скорпиод потерял голову, не значит, что он проиграл драку. Да? Уф, какая жесть. Ну, вроде как, получается, тут брать-то нечего. Может быть, там какой-то жесткий противник? Ну, на всякий случай это сохранился. О. Так. Не буду даже тратить боеприпасы. Не успел яйца уничтожить. Я хотел яйца уничтожить, но не получилось. Так, горючку взял. А, еще 3 можно будет, да? Так, смотри, сколько много горючек. Явно надо увеличивать боезапас. Но вопрос такой, либо это в оружии боезапас будет, либо вместимость общая. Ну, здесь пока, в принципе, все. На крайний случай я знаю, где взять еще боеприпасы. Блин, ну игра мне очень нравится пока. Я прям хочу пока дальше поиграть. Посмотрим, в общем, я, наверное, буду записывать подряд. Поэтому посмотрим. Блин, я опять...
А, убил, ты смотри. Но она его не сканирует, к сожалению. Окей. Как далеко ты зайдешь в поисках ответов? Тут вопрос, что еще ответ или способ выжить? Хотя, чтобы выжить, нужны ответы. Окей. Да, надо явно как-то улучшать боезапас. Угу. Так, ну и зачем? А, все, вижу. Очень мало знаний, конечно, дается, очень мало. А вообще как-то поменялся мой инвентарь-то? Я что-то особо не видел. А, ну по-моему у меня этот, выносливость улучшилась. Немножечко больше ее стало. Ну, в общем, куча, где можно будет взять боеприпасов. Места прям есть. Так, вот это вот уже... как вот как чувствовал, да, что кто-то сейчас появится. Просто эти твари, они появляются прям вот ниоткуда. И... А, ну здесь хотя бы я могу уклоняться. Хоть что-то. Так, я сейчас возьму боезапасы. Угу. Можно даже взять еще где-то, да? Мокрая комбо, отлично. Стимулятор сопротивляемости, то есть это как раз против яда, скорее всего, да? Устраняет все отрицательные эффекты и их суммирование. А, вон даже как, то есть это мороз и яд. Расходуемый предмет. Удерживайте таб, чтобы выбрать расходуемый материал в нижней части кругового меню. Выбранный расходуемый материал назначается в слот быстрого применения и используется по нажатию F. Для применения материала нужна клетчатка. Два сволокна и стимулятор сопротивления. Ага, вон, ну как, ясно. Фу, блин. А, это волокно с них можно... О, даже с них можно волокно брать. Это неплохо, кстати. Это, кстати, неплохо. Знания мало, конечно, дают. Знания дают очень мало. Так. Ну давай. Ай, ё-моё. Да чтоб тебе. У меня выносливость закончилась, блин. Так, это что? А если вот так? Нежданчик полнейший. Хорош. А ты пес. Ну, токсичность, кстати, большая. Придется его использовать. Ага. То есть мы тратим. Тратим волокно на восстановление. Вот это уже интересно.
Блин, их много тут противников на этой территории прям. Еще волокно. Ну, кстати, надо бы сейчас вернуться за боеприпасами. Так, здесь нет. Здесь, да. Мало. Давайте еще. А, восстановилось. Хорош. Хватит, в принципе, я думаю. Надо бы сейчас дойти до куба какого-нибудь. Там сохраниться. И я буду подряд записывать, чтобы понять, где заканчивается демка. А там уже потом буду серию делить. Так, ну окей.